О, автосейв. Пора платить жалование. Ну, теперь мы-то разберемся с проблемами. Главное пушку сначала завалить. Пушки зло. Они с пушкой очень больно бьются. Так, залетаем. И, кстати, неплохо было бы улучшить саму орду, что ли, да? Где тут улучшение? О, 250, блин, у нас мало коварства. Так, все, идем, у нас времени обрез. Надо всех убивать. Канонир. Сначала его. Сначала эту мерзкую тварь. Fire in the hole. Четко. О, вот это вот плохо, вот это очень плохо. This is bad, this is very bad. My mates. Вот это плохо тревожить канонира, который еще издалека будет пушки ставить и валить нас. Это очень плохо. Так, 93. Ну нормально, думаю, мы сейчас... Наша ходка будет очень успешной. А назад мы просто тп-шнимся и все. Парам-пам-пам. Нам главное сейчас вот это вот все пронести за это время. Успеть, скажем так. Так, ветераны. О, это пацаны жесткие. Да, смотрите, у них там 202 урона. Второй солнечный храм должен быть где-то поблизости. Ведь охранники наверняка не просто так да, стоят. Солнечные храмы есть такие, прикинь. Кто знает этих героев? Умом они обычно не блещут. Что? Здесь, а что они делают, эти храмы? Ну, один еще где-то здесь, да. Если мы их завалим, будет хорошо или что, или нет? Да, блин, зря мы обоих потревожили. Ну, ладно, валим обоих. Те проблемы. Fire in the hole. У нас тут еще зомбари живые. Да, ветераны жесткие. Плюс один уровень. Капец, там кач идет зато. Я просто в шоке. Так, гриды. Больше существ. Один сморчик пусть у нас на базе будет. Дефает. Так, стрелок, страж, стрелок, ученик, воин, ветеран. Стрелок. Fire in the hole. Больше мощи. Так, Талия там уже все делает как надо. Блин, меня бесит то, что пушки с плышой, сука, бьются. Больно же. Вот это да, вот это неприятно. Мы сейчас просядем. И дальше вряд ли пройдем. Но мы постараемся хотя бы. Она очень больно бьется, эта пушка. Капец. Так с плыша влетает, как неимоверная. Так, все, влетаем. Тут что у нас? Улучшенное продление жизни. Сморчику давай. Вот вообще неубиваемый какой-то. Я слушаю. Слушай внимательно и убивай всю эту непотребную хрень. Давай, 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 еще чуть-чуть. Отлично. Метеоритный дождь. Аллилуйя. Дождь из метеоритов. Е-е. Давай все выносить. У нас слишком мало времени, 5 минут осталось. У нас, конечно, половина армии полегла, но, блин, какой-то процент вернется к нам. Это хорошо. Ну, там демоны, если умирают, они, типа, возвращаются. У нас тут еще, если что, еще наги есть. Рухнул, рассыпавшись на тысячи осколков. Так, валим, нас сюда надо. То есть, обломков, извиняюсь. Вот, это послужит вам уроком. И чему это их научит? Ну, прекрати задавать мне дурацкие вопросы. Сюда нам надо топить. Нужно разнести второй храм. Но ведь солнце светит так ясно, тепло и ярко. Насрать. Да заткнись ты уже. У меня от твоих приторных телег уже задница слипается. Вот именно. Пушка, убить пушку. Эй! Хорошо. Так, потом стража. Ну, егерю тоже надо дать по голове. Точнее, ей. Неважно. Так, у нас тут... Воскрешаются все наши существа, это хорошо. Погнали. Надо островок коварства бы еще... Или где он, подожди, где он был? А, он здесь. Ну, не туда мы немножко свернули, ну и пофиг. Надо всех развалить. Там неофит есть, я не вижу. Есть, неофита, несите неофита, сейчас же хилить будет, скотина. Так, времени все меньше и меньше. Нам надо вот эту вот еще базу пронести. Не знаю насчет вот этой деревни, но было бы хорошо ее тоже вынести. У нас слишком мало сил. Понимаете, в чем проблема и, главное, беда? Армия вроде есть, а вроде ее нет. Так, 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 так. Что еще можно сделать? Не знаю, демоны, становитесь сильнее. Все, коварства нет. Да, нам коварства надо. Неофит.
Метеоритный дождь нам забафаться чуть-чуть. Блин, мана закончилась. Но думаю, ничего страшного, демоны там. Не, улучшения пока не могу делать. Нам надо еще одного демона, чтобы он у нас на базе манку добывал. Ну смотри-ка, мы уже половину вынесли. Это хорошо. Что там у нас? Эпический бонус критического удара. О, это надо и тебе. Кого нужно убить? Сдалека миссишь у нас тут хорошо. Давай тебе крит. Так, и вот этот надо лагерь вынести. Ну и по-хорошему еще коварство захватить. Ладно, хер с той базой. То мы его чуть потом сделаем. Ученик страш. Неофита миссите. Я тебе покажу. Отлично. Ну а дальше там по накатанной схеме. Отлично. Тени еще помогут, думаю, которые почему-то не выбираются. Так, минус палатка. И сюда, быстро, быстро бежим. Времени обрез, 2,5 минуты. Нам надо коварство захватить, ибо у нас его совсем мало генерируется. А, что с манной, что с маной можно сделать? Мана вся исчерпала себя, поэтому надо бы ее, наверное, копать тут. Надо немножко ее копнуть. Так, там золото, маны там нет. Вот тут мана есть, смотрите, у нас тут прям по носу мана, давайте ее копать. Залетаем. Пока не поздно. Так, сначала в неофита. Изи. И добиваем. Хорошо. Коварство наше. Надо сразу грейдик заделать. Оп. Так, талия пока не надо. В принципе, можно еще сюда успеть зайти, вот эти вот вышки повываливать. Ну, вот эту палатку хотя бы, я не знаю. Можно успеть, если что, портал сразу делаю, тпшнусь домой. И будем отбивать файт большой. А потом со следующей ночи мы уже вот сюда влетаем, как шальные. Ага, ясно. Сначала пушки, значит, выносим, этих не трогаем. Я думал, это у нас просто вышки, ну, эти, обзорные. А они тут оборонительные, еще... Не надо их месить, ни в коем случае их не месите. Что вы делаете, а? Вот все малины испортили. Все, минус вся магия. Но зато забафаемся, будь здоров. Ладно, ученик, думаю, нам сильно много геморроя не причинит. Близился вас. Не трогать их. Не трогать их. Сначала вышки вывалить. Они нам не мешают. Валим вышки, потом валим их. 50 секунд, мы должны успеть. Демона еще одного давай. Вышку вали. Потом неофита. Ну, а там даже по накатанной, как я уже говорил, много-много-много раз. Отлично. Егеря там и так далее. Воровку. 25 секунд, смотрите, просто на последних секундах все делаем. Все, добиваем. Ох, горит, хорошо, гори-гори, ясно. Можно еще попробовать эту фигню завалить. Потому что сейчас все равно с телепорт будет. Мы свалим. Да, вот давайте еще дверку заломаем. Сейчас проснутся, правда, но ничего. Потом мы сюда бэкнемся. И добьем. Так, доброе утро, страна. Пришел светлый день. А мы тут от вас линяем. Так, тут. Надеюсь, вы не умеете пользоваться нашими телепортами. Нашими инновационными технологиями. А, не валит портал. Ну, ничего, бывает. Мы туда еще вернемся. Нормалек. Так, все, спать. Тихий час у нас сегодня. Надо им комнатку расширить. Под сон. Так, что нам остается сейчас делать? Ну, копить ману, улучшать количество войск. Причем капитально так улучшать. Ибо нападать я сейчас точно не буду. Я не сумасшедший. Если я сейчас нападу, то все, это смерть. Всю армию просру. В лучшем-то случае. Поэтому добываем деньгу. Здесь я не знаю, какую комнату хотел сделать. У нежити пока ничего нового нет. В подземелье ворвались враги. Да-да-да, врывайтесь. Простые ловушки. Они даже у меня не исследованы, приколитесь. Простые ловушки даже не исследованы. Опа-опа-опа. А как сюда тревогу кинуть-то, ё-моё? Плохо. Сюда все.
Вот это плохо, сейчас они сверху будут ломиться, меня это бесит. Не надо было этот камень ломать. Надо было пройтись и вот этот город почистить, наверное. Ну ладно. Ладно. Блин, все-таки видео длинное выходит. Я не знаю, будем ли резать это дело или нет, но посмотрим. По хронометражу. Если будет час, то я это разрежу на две части. Вы ж меня, ребят, извините, кому хочется смотреть часовые видео, это не ко мне на канал. Я считаю, что намного приятнее и удобнее смотреть видосики по полчаса. Да и мне удобнее их рендерить. Куда, чего ж греха таить. Да-да-да, опять сверху. Все валяются нефиты, там тени. Так, стоять. В подземелье ворвались враги. Как ворвались, так и вырвутся. Какое спать? А ну сюда, быстро. И назад, главное, уходит. Совсем охренели? Тут файт идет. Дефаем подземелье. Зомби тоже сюда давать, как пушечное мясо. Здесь бы сторожку какую-то сделать, но... Не, ну в принципе можно. Осталовиста, бэби. В принципе, да, можно. Комнатку такую тут заделать. Жаровня. Вращающийся огнемет вообще кайф. Так, ну это лучше бы сундук задел. Который делает Аляху Акбар. Вот здесь, не знаю. Так, а тут сторожку. Нет, там закрывать нельзя. К одному из твоих островов коварства направляются да герои. Да похер, направляйтесь. Мы все равно сейчас будем, как это называется... Валить вас. Вот в этот город... Не, сначала, наверное, надо центральный город зачистить. Как мы там сверху зайдем? Тут максимально близко. То есть центральный город почистим. А потом... Все, 49 рыл осталось убить. Да, наверное, будем резать на две части, потому что слишком... Вы откуда взялись? Точнее, как вы тут появились? Меня тут такой вот вопрос интересует. Так, улучшенный бонус критического удара. На кому-то там из пацанов. Распоряжайтесь, зомби. Помогаем. И вообще все идем дефать подземелье. Что за срань? Так, тут все строим. Тут все замечательно. Тут все отлично. Я не понял, как они тут появились? Как вы тут прошли? Такой вопросик можно маленький такой? О, манка там. Надо бы как-то туда копнуть. Вот так. Хотя нафиг там нам мана нужна, я не понимаю. У нас и так достаточно. У нас тут еды мало. Надо расширить ферму. Один из островов коварства подвергся атаке. Да пофиг. В подземелье поселились драконы. Кто? Врагу удалось захватить. О. В подземелье была обнаружена новая комната. Новая комната? Что вы там находите? Я не понимаю, что происходит вообще? Где мои демоны? Где мои демоны? Так, стоп, демон. Тебе книжечку отдам, ты у нас будешь производительный. Отлично, ангел смерти. Так, не, ну дракошек надо бы завалить. У них тут именно логова нет. Отлично, ну тогда, не знаю, дверками закроем. Пусть тусуются там. Так, 6 минут еще ждать. Да, миссии по часу. Погнали, господа. Все-таки будем резать это на две части. Как я уже, наверное, миллион раз сказал, но вы уж меня извините. Я это держу в голове, чтобы просто не забыть. Все просто. Смотрите, такие прожектора я только сейчас заметил. Клево. Такая музыка жесткая, прямо на заднем плане играет. Как будто, мы не знаю, война у нас миров идет. Война миров Z. Так. Ну, в принципе, у нас все нормально. Нам единственное, что сейчас надо в нашем подземелье, так это... больше существ... По большому-то счету. Ну и улучшать их тоже надо бы. Чтобы они там урона больше давали. И так далее. Так, в принципе, что нам еще надо? Да ничего. Хавку усилить нам надо. Ну да, потому что нет еды. Индюшки закончились. Как так-то? А как же кушать? Мяско даже наги любят.
Ням-ням-ням. Так, идут твари, твари идут, мерзкие подонки. Да я знаю, что вы хавать хотите, но потерпите. Индюшки что-то у нас быстро так не растут. Сейчас будем делать. В твоем подземелье враги. Расширять сейчас будем наши комнатки. Так, отлично. Ну теперь должно хватать всем. Что за музыка такая жесткая играет на заднем плане? Я прям в шоке. Все сюда. Так, зомби, погоди. Сейчас все соберутся, а потом вас кидаем в пачку. Несите. Ах, вы твари. Fire in the hole. Вот эти пушки бесят. Крутись, крутись, молотилка. Крутись. Блин, как же они больно бьются, это капец. Пиво, кстати, до хренища у нас. Так, к слову. Чтобы сбить эфирное время, скажем так. Так, кто-то там про отцам отправляется. Все хотят жрать. Я не понимаю, почему. Что это за мания такая? Ну, дюшки появляются вроде как. Медленно, но появляются. Так, еще 4 минуты, ребят. И контратака. Так, тут жила себе исчерпала. А жаль. У нас тут еще и жилы, в принципе, нам пофиг. Еще место хоть отбавляй. Тут надо сделать сокровищницу. В подземелье ворвались враги. Так, нормально. И дверь. Для полного счастья. Ребята! А, я же сделал барабан. Все сюда, быстро, быстро! Со всех ног ломанули сюда. Сердце атакует. Вы чё? Дефаем. Дефаем как мать родную. Влетаем в противника. Вы чё? С ума сошли? Нам еще, кстати, храм солнца надо завалить. Я, правда, не знаю, что он нам даст. Ну, уничтожение храма этого. Надеюсь, что-то да даст. Можно их пинать? Да! Теперь понимаю, куда я реально физикс делся. Можно любые вещи, я так понял, пинать. Ману там, да? Не, мана слишком неосязаема, чтобы ее пинать. А жаль. Там золотую жилу еще покопайте. Че там, норм? Разобрались с проблемами? Ну че, ребят, 2 минуты и мы нападаем. Нормально. Так, тут, кстати, места у нас еще достаточно. Еще под кроватку одну хватит. Так, сокровищница тоже нормальная. Хавать есть что? Пора платить жалование. Вроде все нормально. Просто я не знаю, чем мне сейчас заняться, понимаете, в чем беда? Когда солнце светит, мы типа ничего не можем сделать. То есть мы как бы можем, но проблема в том, что нас быстренько развалит, и это напрягает. Поэтому логичнее и разумнее, я же разумное зло, логичнее и разумнее просто подождать. Надеюсь, никто не боится пауков. Ах, твою налево. Ну ладно, мы это заберем. Эпический возврат жалования. Приносит золото сокровищницу, ого! Слышь, Гореш. Самаритянин. Паучки. Так, ну ты в одиночку только давай этим не занимайся. Пусть тебе там хотя бы талия поможет. Теней там повызывает. Да, правильно, так и надо. Купец тут золото. Пауки тупо сидят на золоте. Только нахрена им золото, я не понимаю. Подземелье ворвались враги. Им золото нафиг не надо. Так, ребят, все сюда. Самаритянин, помогай. Не надо тут копать, я случайно нажал. Вот золото можно выкопать. Ну вот это жила алмазы бесконечные. Ну, нафиг она нужна. По большому-то счету. Тут еще тоже есть алмазы жила. Тут гребаные драконьи ящеры. Так, ну их нафиг. Так, что происходит? Будем разбираться с проблемами или как, ребят? Ну, зобачи, кусачи, прям в пачку их давай кидать. Минута осталась, а мы тут побитые. Мне это не нравится. На приозерный город опускалась ночь. Да, минутка осталась, сейчас будем нападать. Влетать, скажем так. Жалко, портал завалили. Я бы сразу сюда бы влетел. Оп, так по-быстренькому. Сюда надо будет просто зайти. Но мы, наверное, на большой город сейчас залетим и попытаемся его по-быстрому развалить. Просто не хочется еще одну стадию ждать. Очень не хочется. Так. Поехали. Давай лучше такую сеточку. Крепкий парень. Картист.
Лумурош-каракист. Я. Блин, капец, у них тут звание прикольное. Ну, самаритянин. В подземелье ворвались враги. Кто? Че, с ума сошли? Тут уже это, как говорится, день заканчивается. А вы тут все вторгаетесь, сумасшедшие. Делать вам больше нечего, блин. Я тут уже пачку начал собирать, чтобы вас убивать. А вы тут все в подземелье врываетесь. Так, дай-ка мне гриды. Папа, гриталии. В такие дни одна нервотрепка. Надо бы сосредоточиться на обороне. План был поистине хорош, но нельзя было назвать подземелье совершенно безопасным. У коварного соперника мог заваляться козырь в рукаве. Ты это о чем вообще? Можешь говорить хоть чуточку яснее? Конечно, но мне же надо поддерживать интригу. То есть, согласись, было бы скучно просто взять и сразу все рассказать. А вот так ты помогаешь? Ну, как могу. О, вот, F2, блин, я тупил. Все, погнали, там ночь. Ночь темна, и только ты стоишь у окна. Так, дружище, давай к нам. Манки там более чем... Ну давай, манки там более чем достаточно. Ночь темна, и только ты... Танос должен умереть! Такая злая. О, можно захватить коварство. Ну нафиг оно нам надо, господи, пошли. Пошли в город, нельзя задерживаться. Надо... У меня священная злая миссия. Завалить как можно больше за эту ночь. Потому что тут уже как бы миссия на час растянулась. Блин, турели гребаные. Не люблю их. Ну, надо сначала сейчас будет турель месить. Просто по КД. Так, давай-ка я его забафую сначала тут. Отличненько. Чтоб дверку мы быстрее завалили. Так, Талия, там тень не вызывай свою прежде времени. Мы сначала пушку завалим. Она, надеюсь, не будет будить защитничков. Очень не хотелось бы. Блин, тут еще пушка. Вот сука. Сначала валим пушку, потом разбираемся с типами. Ну, замок, конечно, неплохо было прозвалить. Ладно. Как хотите. Хотите валить сначала защитничков, так и делайте. Но пушку надо вывалить. Ибо она со своей сплышой очень уж бесит. Так, у меня радует, что у нас пока что никто про отца не отправился. Ну, кроме зомбачей. Ну, зомбачи-то такое. Да вы чё, охренели? Нахрена столько пушек строить? Сумасшедшие! Это сейчас тупо одни пушки буду уничтожать. Всю ночь. Это бесит. Знаете ли. Так, больше существ не могу пока. Так, неофита, 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 фокусим. Да, в принципе, разбирайтесь. Вам виднее, вы же все-таки злые, а не я. Я тут так. Отличный сторонний... Вот тут еще, кстати, деревушка надо развалить. Сначала надо этот большущий город распинать. Мне он очень уж не нравится. Вот эти гребаные, сука, вышки, как же они бесят. 38. Защитников. Че, турель тоже считается, я не понял. А ну-ка, 38. Сейчас посмотрим. А, ну и алтарь солнца надо завалить, естественно. Сначала мы еще в деревеньку зайдем. Так, 38, я считаю. 37, да, это считается. Интересно, почему? Но мне какая разница. Главное, считается и все. Главное, за ночь как можно больше все натворить. Жалование. Ох, как деньги полетели. Посыпались, я бы даже сказал. Так, грит орды, давай. У нас сморчики самые веселые просто. Армии мраколюбивого зла добрались до одного из солнечных. Да, да, я знаю. Сначала в деревеньку зайду. Силы героев приозерного города. Сначала деревенька, а потом сюда. Эту штуку надо уничтожить. Так что мажемся солнцезащитным, кремом. Давай. Вперед! Интересно, как больше будут мазаться солнцезащитным кремом. Они ж типа полупрозрачные. Ну, как сказать, они ж типа духи, все дела. Так, фокусим неофита. Отлично. Тени там тоже неплохо вызываются. Разбойницы вообще по КД распиливаются. Ну и валим таверну. Нафиг она нам тут нужна. И вот эти, интересно, защитники считаются или нет? Мне что-то подсказывает, что нет. Потому что, ну типа, зачем? Они же тут постоянно эти особые коварства захватывают и так далее. Стоп, мы не завалили замок, алло! Как это так произошло? Fallback!
тупим. ДЦП зло, бывает. А тут это все развалить за эту ночь. И, конечно же, в идеале, я не знаю, сюда еще успеть дойти. Каким-то боком, каким, не знаю. Надо все это убить. За эту ночь. Еще раз говорю, не знаю, как мы это будем делать. Ибо мы тупо не успеваем. Но я постараюсь. Очень постараюсь. Не-не, неофита, неофита. Так, ну тут зомбачи полумертвые, ничего страшного. Мы все равно их за бесплатно, как сказать, делаем. И они не жалуют, не требуют, ничего. Главное, молчат всю дорогу. Что, согласитесь, приятно. Так, 24 защитника осталось. Включая какие-то там здания и так далее. Воровка. Хотела бы на неофита влетать, ну ладно. Тут уже без разницы, как говорится. Похер. Как и на кого влетать. Бафаемся и всех валим. Вот тебе. По физиксу все куда-то улетают. Так, ну что, фокусим пушки. У нас еще 6,5 минут. В принципе, думаю, достаточно будет. Чтобы еще куда-то заглянуть. Но я не знаю, добежим мы сюда или нет. Но я бы очень этого хотел. Так, что за книжечка? Бонус брони. Так, Гунак, возьми это. Чем могу помочь? Солнечные храмы Бухари. Рыдания и вопли заполнили улицы приозерного города, ведь любителям солнечных ванн теперь негде было греть свои нежные телеса. Но все это были мелочи по сравнению с самой большой проблемой. Армия бессолнечного зла уже стояла у них на пороге. Вот как выглядит солнце. Терпеть его не могла, даже когда была доброй. Отвратительно! Хотелось бы с тобой поспорить, но темным эльфам и правда не место под солнцем. Помочь может только особая пудра, которой пользуются вампиры. Да, пудра? Только они ее всегда раскупают. Чертовы кровососы! Сука, надо сделать приордер на эту гребаную пудру. Раз ее быстро раскупают. Талия, ты ж тут посланник самого зла. Делай приордер. Тебе всему надо, блин, учить. Так, вылетаем. Надеюсь, это поселение последнее. Мы даже успеем. У нас еще 5 минут, и наши бегают как сумасшедшие. Мне это нравится. Ну что, они бегают как сумасшедшие, из-за этого мы как бы можем врываться. По-быстрому бегать практически по всей карте. Надеюсь, тут нет пушек гребаных. Так, фокусим неофита. Выпиливаем все живое. 18 еще защитников у нас. Блин, есть турели. Целых 2. Я ему показала. Так, минус морчик. Да, неприятно. Наши танки умирают. Да убейте воровок и разбойников. Вы что тупите так, а? Так, а теперь турельки вываливаем. Которые так бесят, блин, своим сплышой. Но что поделать. 11. Ну, по идее, это последняя, да. Мы даже можем успеть. Давайте еще забафаем вас. И заделаем метеорит и дождь. Аллилуйя. Тут, думаю, вы уже справитесь. По крайней мере, очень должны. Так, неофита выпилили. Стрелка выпилили. Турели вроде тоже. Ну да, тут, в принципе, тупо разбираемся. По накатанной. 3 защитника осталось. Где, интересно, еще один? А, вот, воровка. Да, блин, выберите все войска. Тут небольшая проблема есть в этой игре. Ты когда выбираешь войска, иногда это не срабатывает команда. Ну, по идее, все, готово. Миссии по часу, как я и говорил. А вот эти вот дурачки на островках зла не считаются. Это хорошо. Все. Изи-пизи, лемон-сквизи. Зло победило. Даже качнуть никого не могу. Ну и похрен. Готово. Приозерного города больше не было. Армии Италии и бесстрастного зла оставляли за собой хаос и разруху. Странно, что Танос до сих пор не выследил их. Пожалуй, можно назвать его худшим сыщиком всех времен. Да, так оно и есть. Никакого внимания к деталям. Деталям? Вроде пылающего города? Вроде того. Не видит леса за деревьями. Надеюсь, я скоро увижу лес через дыру у него в груди. Какая ты жестокая. Кстати, эти быстрые дни и ночи теперь навсегда? Нет, конечно. Это все было из-за солнечных храмов. О, ты же говорил, что из-за свежего морского воздуха. Кстати, да. И это тоже. Неплохо подмечено. Приозерного города больше не было.
Пришло время поднимать паруса и плыть к острову термитов навстречу могущественной Джойни Праведмур. Кому? Какой Джойни Праведмур? Кто-то Warcraft переиграл. Ну ладно, господа, давайте на данном моменте закончим. Данный видосик, данные два видосика, я уж сказал, буду такие длинные миссии резать по 30 минут. Если вам это не нравится, то пишите в комментариях, естественно, я постараюсь учитывать все ваши пожелания. Ну, а на этом, в принципе, пока что все. С вами был Мистер Чейзер, подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Также не забывайте и про группу ВКонтакте, по ссылочке в описании заходите, буду всем там рад. А на этом все, с вами был Злодей Мистер Чейзер, всем удачи и всем пока, еще увидимся.